танцуют каждый свой танец в технической зоне. Оба очень экспрессивные. Причем Радойчич так начинал поспокойнее, видимо, посмотрел на испанца. Луванор! Луванор штрафной! Луванор! Шансов не было у Ивана Януковича, а Луванор очень хорошо здесь поставил спину защитнику и остался на ногах. И тут уже дело техники было, просто не попасть в голкипера. Проиграл Луванору позицию сейчас Сырджан Бичелич, но это пусть разбирают черногорские журналисты. Мы же поздравляем нашего бразильца. Надежда черногорского футбола уже, вернее, еще молодая, но уже не юная. И пора уже авансы, наверное, Караджичу своих оправдывать. Стажило, Дмитрий Стажило, голкипер Шерифа. Угловой. Подача, Стажило, кикс и... Забивает Судьеско. Такой необязательный гол. Гол из ничего. Конечно, будут вопросы по этому голу к Дмитрию Стажиле. Вратарь должен такие мячи, ну, или забирать, скорее забирать наглухо, или все же играть более уверенно в этом эпизоде. Поздравляем Андрея Пеевича. Судьеско забивает абсолютно нелогичный гол, но он абсолютно такой же вес имеет, как и гол Луванора. Ну вот, как же, как так можно играть? Конечно, ошибка нашего молодого голкипера. Набраться сейчас, наверное, нужно. Стажили будет терпение, потому как достанется ему, наверное, и в интернете, и везде.